26, 27 и 28 сентября в Московской церкви «Благая весть» состоялась акция раздачи одежды среди прихожан, а также их знакомых и друзей. Эти акции проходят регулярно и приводят много людей в стены церкви. Такая благотворительная раздача вещей нам очень помогает. Нашей семье у нас двойняшки, мальчик и девочка. И, конечно, вот те вещи, которые мы здесь берем, без них мы вряд ли бы справились. Очень благодарны организаторам, всем помощникам, которые здесь находятся. Иногда к вам попадаем, но не каждый раз, к сожалению, но помощь просто очень большая, переоценить невозможно. Спасибо. Спасибо большое за помощь, которую вы оказываете нам, нашей семье. Спасибо Богу за то, что все получается как надо. Это очень важно для нашей семьи, это очень помогает в развитии и в дальнейшей жизни. Спасибо большое всем и Господу. Организаторы подготовили и собрали большое количество хорошей, качественной одежды и обуви и передали нуждающимся людям и семьям. Благодарим церковь «Благая весть» за такое важное мероприятие. Мы приехали всей семьей, мама, супруга, сестра. Очень рады, что есть такие люди, которые заботятся о тех, кому что-то необходимо. Передаем большой привет пасторам, епископам, служителям. Всем-всем-всем. Большое спасибо. Очень важно участвовать в таких мероприятиях. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Здравствуйте. Хочу выразить слова благодарности Церкви «Благая весть» за организацию раздачи теплых вещей и обуви, где многие семьи получили возможность одеться и обуться к наступлению холодов. В наше непростое время мы друг в друге очень нуждаемся. Всем привет, меня зовут Наталья, я из Курской области. Я очень благодарна Богу за то, что делает церковь, потому что у меня пятеро детей, и я это воспринимаю как благословение. Слава Богу! Через подобные акции церковь отображает Божью любовь и заботу о различных людях, показывая Его действия в жизни каждого человека. На самом деле я рада быть сопричастной вот такому грандиозному мероприятию, как раздача одежды для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. И мои руки, руки наших сестер, которые помогают в организации вот этого всего, это ценный момент, который для меня на самом деле очень важен, ну, для меня лично. Я рада давать вторую жизнь вот этой замечательнейшей одежды, которую люди жертвуют во благо и во благо людей, которые сюда приходят. Информационное бюро «Спектр», Москва.